преддверии первого праздника наступившей весны наш театр собрал в своих стенах женщин разного возраста и профессий. На праздничном вечере была лишь одна цель – подарить им по-настоящему весеннее настроение. На смену творческим подаркам приходили официальные. Не обошлось и без традиционного поздравления всех женщин нашего города от главы Орехово-Зуева. Пожалуй, неспроста этот замечательный праздник приходит к нам именно в начале весны. И даже то, что еще не растаяли снега зимние, но уже прогревает яркое весеннее солнце, который дарит нам отличное настроение. И все, что у нас ассоциируется и с весной, это рождение всего нового, прекрасного, замечательного, конечно, ассоциируется с вами, наши дорогие женщины. Весна, женщина стали основными темами концерта. И хотя о женщине можно говорить много, долго, и все равно что-то останется недосказанным, в своих песнях исполнители рассказывали о женской красоте, весне, цветах и, конечно же, о любви. Мы не смогли с тобой прибиться в стае, своим крылом тебя я укрываю. Версию концерта «Все песни о любви» смотрите скоро на нашем телеканале.